На этой рабочей неделе красноярцев ждет резкая смена погоды. Перепад температуры будет почти 20 градусов. Сначала жара и сильный ветер, затем резкое похолодание. Когда закончится бабье лето, расскажет Елизавета Мерзлякова. Этот понедельник аномально жаркий для осени. Еще на прошлой неделе синоптики обещали, что сегодня будет 27 градусов. И действительно, приложение показывает рекордную для Красноярска температуру. За всю историю метеонаблюдений самое жаркое 23 сентября было в 1997 году. И тогда было всего 23,5 градуса. Красноярск в такую погоду заметно преобразился. Успевайте сделать красивые фотографии золотой осени. Во вторник, 24 сентября, синоптики обещают, что будет тепло, плюс 17 градусов. И никаких осадков. Возможен сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Со среды бабье лето начнет постепенно уходить из города. Вообще у синоптиков очень расходятся данные о погоде на эту неделю. Гидрометцентр обещает, что в среду начнутся проливные дожди. А другие источники говорят, что осадки стоит ждать только с четверга. Выбираем, конечно, хорошую погоду. В среду воздух прогреется до 15 градусов, но усилится ветер. Возможны порывы до 20 метров в секунду. Похолодание начнется с четверга. Ночью заморозки до минус 1, днем потеплеет всего до 11 градусов. На улице станет серо и пасмурно, в течение дня будет дождь и сильный ветер. И в пятницу погода кардинально не изменится. В ночь на 27 сентября температура опустится до минус 2, днем будет также 11 градусов. Правда, синоптики обещают облачную погоду без дождя. В субботу будет холоднее, плюс 9 и кратковременные дожди. Но это по-прежнему теплая осень, ведь днем до сих пор держится плюсовая температура. В метеосводках есть данные о самом холодном 28 сентября. В 1977 году термометры показывали всего минус 10 градусов. Получается, за неделю нас ждет скачок температур почти в 20 градусов. Несмотря на перепад, метеозависимым людям можно не волноваться. Сильных магнитных бурь не будет. В воскресенье похолодание окончательно закрепится, днем всего около 7 градусов. На следующей неделе температура не поднимется выше 10. Успевайте ловить теплые дни, ведь по прогнозам синоптиков, в первой декаде октября нас ждет снег. Елизавета Мерзлякова, Станислав Смирнов, 7 канал.